снежных барсов, его не было на Кубке губернатора Тульской области. Как вот с этим справляться, Миша? Да пусть катаются у Хайла, поэтому вот в основном обороняются. И опять же момент снежных барсов. Потому что... А вот здесь момент, какой этот, момент! 1-0, да, открывает счет Никита Богданов. Заиграли снежных барсов. Ну это же молодежные, какие там разные ребята есть. Я был рядом, все видел, там приедет. Ой, какая хорошая. Новоканкин. Хороший перевод на свободный игрока. Ну какая-то хотел отдать, но у него потом увидел, что 30-то нет, а руки уже пошли. Если дойти до него шайбу, два рикошета, тяжеловато. Может, может. А вот здесь гол. Дальше продолжает контролировать шайбу. Вот еще один бросок от Канкина. Вот здесь шайба отскакивает, и это 2-1. Атаку Корчагин. Хорошее оставление. Бросок, допустим, подходит к концу первого 20 минутка. Калач. Да, вот здесь бросок в ближний угол. И вот здесь. Главное, что я рассказывал, что новые правила там около полчаса. Бля, тут опасный момент на московской раде. Такие новому сезону. Да, впервые молодежная хоккейная лига здесь. И так, вот нужно сейчас разбираться. Ну вот да, я не увидел. Спасибо, Миша. А вот здесь... А здесь ты увидел? Да, здесь забрасывает Семен Симонов. Ну вот и Аразов размахнулся и отправил шайбу в ворота. Очень быстро получилось это обычно. Дальше убегает Липунов. Да. Качок. Вот полез на ворота. Да, Руслан Улын. Хорошая передача. Особенно в большинстве. Я так не ожидаю. Хорошая передача и забрасывает Ярослав Степанов. Реализует численное. Хорошая передача и забрасывает Ярослав Степанов. Реализует численное. Это очень жутковато. Мне кажется, хотя вот здесь проходит. Тоже правильно. Хоккей, куда я буду там вставать. А тут как раз так, а? И еще одна шайба прилетает. Владимир Корчагин. Тоже правильно играть таким, куда я буду там вставать. А тут контратака. И еще одна шайба прилетает. Владимир Корчагин. Ох, кстати, он получает. Там
дальше, да, Пономарев, здорово, корпус под спизом. Джампин, разворот, центр, и вот здесь, но пошла передача, но она не прошла. И вот здесь момент. Все, молодец, бросим, ложим движение.